7 ноября в Российско-армянском славянском университете состоялся отборочный тур вокального конкурса в жанрах джаз, фанк, сол и блюз. Автор и организатор проекта Тамара Лалаян при поддержке директора Дома культуры РАУ Георгия Сараджана выбрали участников, которые продолжат бороться за первое место. Это конкурс вокала в таких направлениях, как джаз, фанк, соул и блюз. В этом году конкурс проводится в рамках университета, но в дальнейшем предполагается расширение самого проекта. Что касается РАУ, у нас есть много замечательных, талантливых музыкантов, которые смогут появить себя на этом конкурсе. В проекте принимают участие профессиональные джазовые и не только джазовые музыканты, которые будут выступать в качестве жюри. Я очень рада, что в нашем университете организуются мероприятия данного рода. Всем желаю удачи. Сегодня в Доме культуры РАУ прошел отбор к джазовому конкурсу. Мне очень приятно, что в университете так много ребят, так много людей, которые увлекаются джазом. Мне бы хотелось сказать, что вообще джазовая музыка, вообще в основе джаза, конечно, это свобода. Это свобода творческая. И очень важно, что у наших студентов вот есть это ощущение свободы именно в РАУ. Мне бы еще очень хотелось поблагодарить Тамару Лалаян за то, что, во-первых, за идею создания, значит, джазового конкурса в РАУ. Во-вторых, за то, что она сумела так собрать и организовать всех ребят. Какое настроение? У меня просто замечательное настроение. К такому конкурсу просто невозможно не быть настроенным хорошо. Меня зовут Марине Маргарян, учусь в Славянском. Я сейчас болею очень сильно, не знаю, какую буду петь. Какой бы вы хотели клип, если бы выиграли конкурс? Романтический, интересный, очень оригинальный, нестандартный. Мне прислали объявление, не хочу ли я поучаствовать, были мои друзья. Я написала, я хочу делать. Выступаю под 18 номером. Буду петь из репертуара «Крайне Синатры». Конкурс направлен на вовлечение студентов в творческий процесс. Он дает наработку опыта выступления на сцене, возможность каждому заявить о себе и реализацию творческого процесса.